Биньямин Нетаньяху набрал 72,5% голосов, Гедеон Саар 27,5%. Явка на выборы главы партии составила 49,45%, что несколько выше, чем на предыдущих праймерис. Еще до объявления окончательных результатов Нетаньяху заявил в Facebook: «Грандиозная победа. Спасибо членам Ликуда за доверие, поддержку и любовь. С вашей помощью и помощью Всевышнего я приведу Ликуд к победе на ближайших выборах, и мы продолжим вести государство Израиль к беспрецедентным достижениям». Гедеон Саар поздравил Нетаньяху с победой и заявил, что не жалеет о том, что бросил ему вызов, поскольку это укрепило демократические принципы Ликуда. Саар однозначно дал понять, что не собирается выходить из партии и пойдет на выборы в Кнессет в списке Ликуда. Перед праймериз Нетаньяху объявил, что его цель – набрать не менее 80% голосов, и практически достиг ее. В частности, в Иерусалиме расклад сил оказался именно таким: 80% у Нетаньяху, 20% у Саара.